Привет, меня зовут Сергей, мне 25 лет, я прошел индивидуалку Weekend с тренером Владимиром Шамшуриным в проекте «Твои». И я в первую очередь хочу сказать то, что этот тренинг, он стоил этих денег, он стоил всего на самом деле, и с того страха, который я натерпелся, чтобы пойти на этот тренинг. Потому что за эти три дня вот эти парни, Вова и Илюха, сделали из меня человека. Я не был никогда таким. Я могу подойти к девчонкам, я могу взять у них телефон, я могу их вызвонить, они придут на свиданку. И это доставляет на самом деле огромное количество позитивной энергии. И я наконец-то на самом деле вот за все те годы, которые я жил, я почувствовал сейчас вот радость на самом деле от этой жизни, какую-то вот живость, потому что раньше этого не было на самом деле. И еще я хочу сказать, что ребята очень вкладываются. Они нет такого, что, например, вот чувак не сделал, ну как бы твои проблемы. Они тебя берут за руку и отводят, и ты делаешь. И ты потом понимаешь, что, блин, да, вот это, конечно, стоило очень много, потому что сам бы ты мог проявить слабину, но они тебе не дают этого сделать. Они видят, куда ты должен прийти, они тебя ведут туда двумя руками, и ты просто, ты там брыкаешься, вот ты идешь, и у тебя все получается в итоге. И что я хочу сказать, под конец, да, прошло три дня, я, когда закончились все упражнения, вышел домой, я шел домой, я подходил ко всем, я настолько был заряжен, что любая девчонка открывалась, улыбалась и разводилась на многое, на телефон и так далее. Я вам всем хочу рекомендовать этих ребят, потому что я был много где, я ходил на всякие тренинги, но причем долго ходил, практически целый год, и это не, ну, какой-то давало результат, но не было такого результата, чтобы перейти сразу в другой уровень. Ребята перевели, и я им очень благодарен, они практически вот сделали из меня другого крутого чувака.